Я рад всех видеть на канале Тимоха Лайв в вечернем выпуске. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему каналу. Сегодня у нас очень интересное видео 10 фишек Инстаграма, о которых вы даже не догадывались. Итак, давайте начинать. Сейчас вам покажу очень крутую фишку. Кто, кстати, еще не подписан на мой Инстаграм, подписывайтесь, ведь впереди много интересного. Вы можете сюда, кстати, писать мне быстренькие сообщения. Я быстрее здесь отвечаю, чем, к примеру, на Ютубе и так дальше. Называется Дима Устюгов. На главной странице там будет ссылочка. Смотрите, как же посмотреть информацию об аккаунте? К примеру, вы сидите, да, и вас там интересует какая-то группа любая. Давайте вот возьмем вот эту вот группу. Как посмотреть об ней информацию? В правом верхнем углу есть вот такие три точечки. Нажимаем на эти три точечки и нажимаем информация об аккаунте. И здесь показано, как дата регистрации 9 февраля 2020 года, местоположение аккаунта Украина и предыдущие имена. Здесь можно будет посмотреть, как до этого назывался, к примеру, аккаунт. Сейчас вам расскажу о мега крутой фишке, как посмотреть сторис, чтобы другой человек не заметил это. Вот многим интересно, поставьте лайк. Смотрите, значит, выбираем сторис, которую мы хотим посмотреть. К примеру, мы хотим посмотреть Гусейна в сторис, да, заходим в предыдущий профиль вот так вот. И смотрите, что делаем. Вот так вот доворачиваем. И следующий сторис. Мы вот этот вот хотим посмотреть. И видите, мы видим, что, ну, таким образом, что мы не до конца свайпнули, перевернули эту сторис, мы ее не посмотрели. И, соответственно, тот человек не посмотрит, что мы посмотрели его сторис. Классно, согласитесь. Следующий четкий лайфхак. Смотрите, как посмотреть сообщение, чтобы не прочитать его. Вот согласитесь, кто-то вам написал сообщение, да, заходим вот сюда. И вы не хотите спалиться, чтобы видел тот человек, что вы его прочитали и не ответили ничего. У него будет после этого светиться все равно, что вы не просмотрели, а вам же вы в итоге просмотрели. Что для этого нужно сделать? Значит, заходим в главную страницу, нажимаем вот это вот три точечки, дальше нажимаем следующие настроечки, конфиденциальность, и здесь будет у нас такой пунктик аккаунты с ограниченным доступом, вот здесь у нас. И смотрите, что мы делаем. Теперь вновь возвращаемся, нажимаем, где мы хотим прочитать то сообщение того человека. Давайте возьмем на примере Александр Ванчурин, да. Сейчас мы выходим, опять-таки заходим сюда, настройки, конфиденциальность, и пишем Александр Ванчурин. Очень мне часто пишут, я таким способом очень часто пользуюсь. И смотрите, ограничить доступ. Нажимаем ограничить доступ. И теперь смотрите, что у нас получается. Мы теперь что делаем? Ограничили тому человеку доступ полный. Заходим сюда. Он у нас здесь. Мы вот так вот делаем, заходим и смотрим. Дмитрий, здравствуйте, посмотрел на ютубе ролик, как сделать звук на телефоне громче. Набираю эту комбинацию, но ничего не происходит. Спасибо, подскажите. И таким образом я открыл это сообщение, да. Но Александр Ванчурин, он не сможет увидеть, что я это сообщение прочитал. Потому что, смотрите, вы ограничили доступ Александру Ванчурину. Не ограничивать, удалить или заблокировать. Сообщение вы можете прочитать, но тот человек это сообщение не увидит. Годный лайфхак, оцените его. Очень полезный и в тот момент очень полезный, можно сказать, лайфхак. Это как же сделать так, чтобы только ваши подписчики могли вам писать комментарии. Бывает такая ситуация, что вам там профиль открыт, вам кто знает, бог знает, кто понаписывает каких-то плохих комментариев и так дальше. Ну, можно сделать так, чтобы только ваши подписчики комментарии писали. А все другие люди только с вашего одобрения могли стать вашими друзьями. А после того уже написать комментарий. В правом верхнем углу нажимаем три точечки, далее настроечки. Следующий пункт – конфиденциальность. И смотрите, что у нас. Следующий пункт – комментарии. И здесь у нас «Разрешить от». И мы ставим «Ваши подписчики и те, на кого вы подписаны». Вот здесь ставим галочку и наслаждаемся классными комментариями. Очень полезный лайфхак, как узнать, на какие ссылки вы приходили последнее время.
И бонусом, как узнать, сколько время вы проводите в Инстаграме. Значит, в правом верхнем углу три точечки, опять-таки, и здесь нажимаем, смотрите, ваши действия. И здесь будут ссылки все, на которые вы переходили с своего Инстаграма. Вот они. А, как я говорил, бонусом, вот и время. Время проведения в Инстаграме. В среднем за день я провожу 1 час, 1 минуту. Вот такой вот полезный лайк. Как быстро переключиться между аккаунтами, если у вас 2 аккаунта, 3. Да, что мы делаем? Мы вот так вот всегда нажимаем, ожидаем и здесь переключаемся. Если у вас 2 и больше аккаунта, вам вот так вот надо несколько раз кликнуть, и вас сразу автоматически переключат на другой аккаунт. В следующем полезном лайфхаке вам расскажу, как быстро сделать офигительный себе историю. То есть будем использовать Garden Screen, вставляем любой задний фон. Смотрите, значит, вы видели у многих блогеров классные, значит, добавить свою историю. Дальше вот здесь листаем в самом низ, вот где у нас эффекты, да, видите, это я красавец. И здесь у нас, смотрите, что делаем, нажимаем поиск и в поиске пишем вот здесь green, одно слово просто green английскими. И нажимаем поиск. У нас появляется вот такой вот задний фон. Нажимаем попробовать. Смотрите, сзади, видите, сзади у нас фон. И также мы можем что-то вставить непосредственно даже со своей, к примеру, ну, камере, там, как она называется правильно, добавить. Вот, смотрите, green. Сейчас оно заработает. Сейчас, минуточку. Попробовать, нажимаю и смотрите, что сделать. Добавить медиафайл. И вы что-то там сзади добавляете. И вот таким образом вот так вот делаете. Круто, да? Можно вот так вот сделать. И нажимаете. Опачки. И у нас фоткается. Видите, сзади крутой задний фон. И такое можно публиковать. Очень многим сейчас такое публикует. И оно очень прикольно смотрится. Вы могли замечать, что многие делают какие-то там прикольные сторисы в виде свайпов, да, и так дальше. Что же нам понадобится? Нам понадобится Play Market, скачать такое приложение, которое называется Mojo. Оно абсолютно бесплатное. Ну, как оно бесплатное? Есть различные там приколы платные, но я пользуюсь абсолютно бесплатным. Вот так вот Mojo. Скачивайте его у себя на телефон, устанавливайте, заходите и что делаете? Смотрите, здесь очень много разных эффектов есть, благодаря которым вы сможете офигительные сторисы сделать. Также, если вы хотите какую-то сторис разнообразить, вот давайте на вот этой придумаем. Заходите вот так вот, добавляете сюда, здесь пишите вот так вот, всем привет, там, к примеру, да, удаляете это все вот дело. И смотрите, что получается. Здесь вы пишете вот так вот, привет, привет, окей, смотрите, появляется привет. Здесь вообще удалили, а здесь вот так вот слово тоже какое-то там забабахали. Там, например, написали, сейчас минуточку удалю, ты крутой. И все сохранили. И теперь привет, ты крутой. И вот такая вот сторис бомбезная в виде, видите, каких-то приближений. Вы тогда ее берете, сохраняете себе, конечно же, на телефон. Вот так вот сохранить. Она у вас автоматически сохраняется в вашу галерейку. И вы там уже можете, видите, сразу опубликовать в сторис, в ТикТок даже можете, WhatsApp, Feed. В обменяться. Очень прикольная приложуха. Такое, что кто-то запустил там прямой эфир, и вас очень сильно это раздражает, потому что уведомления приходят, да, если вы подписаны там на 1000 человек, то представьте, каждый раз эфир запускается, и вас просто это аж жесть как раздражает. Это можно все отключить. В правом верхнем углу опять-таки находим три полосочки, заходим в три полосочки, дальше настроечки нашего телефона, и смотрите, что у нас. Уведомления, прямой эфир, ищем такое. Вот пунктик уведомления. И здесь у нас прямой эфир. Вот он у нас. Сейчас. И мы его здесь вот так вот отключаем. И таким образом все прямые эфиры теперь, соответственно, они будут вас беспокоить. И если кто-то запустил, вам не будет приходить уведомления. Вам понравились мои вот такие вот фишки, поддержите их лайком и подпишитесь на канал. Также пишите в комментарии, что знаете еще вы такого интересного, полезного, благодаря чему можно улучшить свой Инстаграм, или какие-то фишки, в которых я сегодня вам не смог поделиться. Может, именно в следующем выпуске я о них расскажу. Подписывайтесь на мой Инстаграм, друзья. Ссылочка тоже будет в описании. И будем здесь общаться. Кстати, всех подтверждаю, друзья. Пока-пока.